Ну что, вот везу Е-класс универсал в малярку, М3 в малярку, все на своем ходу едут. Х6 малярку не надо, он в продаже как есть, все хорошо с ним. А вот М3 сейчас позанимаемся, сейчас все сделаем. Конечно, зверюга она та еще. Просто вот посмотрите, как она до, скоро будет после. Уф! Зверье рестайлинговая М3 и Е450 универсал. Вы можете купить эти машины прямо сейчас, вообще без проблем. Машины уезжают в малярку, после малярки они будут стоить дороже. В общем, Лобаныч купил Opel Astra, чтобы доехать до Сочи. И в Сочи он будет ее продавать. Если кому-то надо, бронируйте. Также я прыгаю в Х6 и везу в Сочи. Кто спрашивал, из Сочи, из Краснодара, эта машина будет там в ближайшее время. Так что тоже пишите, машина в хорошем состоянии. Все классно. И мы выезжаем в Сочи. Миша, с днем рождения, с 24-летием. И где ты встречаешь день рождения? На МКАДе. На МКАДе. Но мы едем домой, в Сочи. И желательно нам приехать вовремя. Я буду дома вовремя. Да. Как, доволен машиной? То, что вот мы сделали. Все супер прошло. Все довольны, машина красивая, буря эмоций у всех, кто ее видит. Кайф. Самое главное... Фу, она поехала, смотри. Хе-хей! А тебя забыли, ты со мной поедешь.